Одной из реально постоянных классик думовских модов является такой мод, как Too Many Super Shotguns. Сегодня именно его и покажу. С вами Вован, это очередной выпуск мод-обзора, и сегодня у нас очередная модификация для Doom, а именно Too Many Super Shotguns, или же слишком много супер шотганов. Да, если вам не нравятся шотганы, я не знаю, лучше, пожалуй, уйти, потому что здесь их будет невероятно огромная куча. Первое оружие, только самое первое, вместо кулака у нас уже супер дробовики. Как вам такая идея? Вместо рук супер дробовики. Жаль только, что они не стреляют по-настоящему. Стреляли бы по-настоящему, враг был бы убит буквально за один выстрел. А так, они даже звука не издают. А жаль. Ну, не издают звука как такого выстрела, но... А нет, есть как такое на самом деле. Только если очень вблизи сделать все. Ладно. Оружие неплохое, но переходим дальше. А нет, есть еще сотни единиц. Хорошенькие такие 3D модельки на самом деле, неплохо. Окей. Смотрим. Дальше. На единице также есть вот это. Да. Это мини-супер-шотган. Мини-версия. Неплохо, не так ли? Засунул маленькую дробь. Выстрелил маленькой дробью. И нанес хороший урон. Окей. Так. Ну ничего такого. Просто интересно. А здесь... Здесь 10 стволов, на самом деле. Если считать, потому что мы видим. Их реально 10. 10 штук. Ну и наверняка больше. Вы это можете увидеть, на самом деле. Но... Что я люблю в этом оружии, реально, так это то, что все равно, как бы то ни было, а считается... Всего 4 патрона, что уходит. Хотя патронов уходит гораздо больше. Ладно, это всего лишь двойка. На тройке ничего нет. Четверка. Я, на самом деле, не очень понимаю смысл этого оружия, потому что оно и так не работает. Вы видите все сами сейчас. Я не знаю, кстати, в чем смысл этого оружия, но... Ладно. А вот и дело. Вот вам. Как вам такое? Fucking shit. Так, ладно. Я лучше перейду куда подальше. Ну, получай. Ах ты ж. Нехороший человек. А ну-ка. Вот она. Мощь. Бьёрка. Это бекономёт. Я по-вашему шутил? Нет, это реально бекон и мед. Именно он у него есть. Прекрасно, не так ли? Это реально бекон и мед. Но почему-то патроны его считаются как патрон дробовика. Странно. Окей. Вот как он такое. Просто дробь. Слаг, точнее. Шотган слаг. И получаешь ты удар молотком, который попадает врагу прямо в лицо. Ничем иным, как дробью. Неплохо, не так ли? Мне лично нравится. Вот что интересно, здесь реально больше просто следов, чем от обычного супер-шотгана. Причем это всего лишь один кусок дроби. Хоп, получай. Хоп, получай. Хоп. И здесь так совсем. Для любителей супер-шотганов это реально гениально. Знаете ли... Можно было бы придумать также такое и с другими видами оружия. Too many BFGs. Too many plasma guns. Too many chain guns. Too many просто shotguns. Окей. Переходим дальше. Шестерка. Семерка. Это что? Ага. Это супер лазер какой-то. Я не знаю, как это по-другому писать. Здесь просто ничего другого нет. Только возможность сделать это. На патроны, как от дробовика. Патрон дробовика превращается в чистый лазер и попадает прямо в врагу в сердце. Гениально. Дальше есть что-то. Это последнее оружие. И это... Гармошка. Будем называть это гармошкой.
Патрон считается всего лишь один. Окей, пойдем выше 20 уровень. The bacon from the gods. Гивол. Это кадет. Идем. Так, окей, что у нас есть? Ты в первую очередь. Не так ли? Если здесь у кибердемона супер дробовик, а? Пожалуйста, дайте кибердемону супер шотган. Ай, жаль, не дали. Не дали все-таки, ну. Один выстрел. Два. Три. Четыре. Пять выстрелов. Всего лишь пять гребаных выстрелов. Реально? А ты как? Ну, разгром. Я другого на самом деле вообще ничего не ожидал. Только вот это. Дальше. Окей. Все. Пошли. Это и так не работает. Получи бекон. Бекон богов. Что на бекон скажет кибердемон? Бекон. Слушай, кибердемон, время завтрака. Bacon time. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что-то слишком нормально относишься к бекону на самом деле. Да ладно. Какого хрена? Это реально вообще ему ничего не дает, что ли? Это слишком слабо в любом случае. А так. Это уже дело. А ну-ка. Ладно, это не дело. А ну-ка. Круто. Круто, но слабо. Так. Ага, его. Конечно же. Забыл. Подзабыл. Но! Об этом не забудешь. Сироты оружие слишком слабое, даже для своего размера. Как? Это слишком странно. Оружие имеет настолько огромный размер, а в результате делает мельчайший просто выстрел. И не уничтожает практически ничего. Она просто стреляет вертикально, вот и все. Просто вертикальный выстрел. Вот и все. Гениально! Вот реально. Все. Это слишком много времени занимает. Слишком много. Лучше всего использовать супер шотган чейнган. Вот реально. Как вам такое? Разве лучше? Разве сильнее? Но за патронами надо следить. Хорошо следить. Слишком много? Я бы не сказал, что слишком много. Но количество было очень даже такое хорошее. Окей. В любом случае, встретимся с вами в следующий раз. Мод не такой же и плохой. Версия всего лишь пока что у меня один и один. Но, уверен, будет и еще версии. И будут они еще лучше. Здесь двойной прыжок даже есть. Даже больше, здесь тройной. И четверной. Раз, два, три, четыре. Ладно, ребята. До свидания, встретимся с вами в следующий раз. Мод хороший.